В спорткомплексе «Старт» состоялось закрытие чемпионата по мини-футболу среди силовых структур Наринмара. Спортивное мероприятие было направлено на популяризацию и развитие мини-футбола в округе, а также привлечению к занятию спортом и здоровому образу жизни несовершеннолетних и подростков, находящихся в трудном семейном положении. Футбольные баталии на спортивной площадке «Старта» среди команд силовых структур и воспитанников Ненецкой школы-интерната проходили в течение 2 недель. По итогам соревнований почетное 3-е место заняла команда воинской части 12-403. 2-е место – воинская часть поселка Искателей. На первую ступень пьедестала почета поднялась команда «Динамо» управления МВД России по Ненецкому округу. Чемпионат был бурный. В этом году намного сложнее было играть. Слава богу, что было все без травм. Все хорошо играли. В команде каждый игрок принес большую роль. Команды были, противники были самоотвержены, сильны. Но мы победили. Игроки награждены почетными грамотами и медалями. Победители получили переходящий кубок.